Мальмстин является одним из самых известных в мире гитарных виртуозов, совмещающих высокую скорость игры, техническую безукоризненность и неоклассический стиль с коммерческой музыкой, что позволяет ему не только пользоваться уважением у музыкантов и критиков, но и хорошо продавать альбомы. Играть на гитаре Ингви Мальмстин научился совершенно самостоятельно, и этот факт делает его серьезные достижения еще более впечатляющими. Хотя обо всех своих победах он незамедлительно напоминал всем и каждому, и россказни о его легендарном тщеславии то и дело мелькали в музыкальной прессе. Ларс Эоган Ингви Ланнербек появился на свет в Стокгольме в последний день июня 1963 года. Брак между отцом, армейским капитаном, и матерью, женщиной с артистичной и непокорной душой, закончился разводом вскоре после рождения Ингви, самого младшего ребенка в семье, которая состояла, кроме родителей, из сестры Анны Луизы и брата Бьерна. Первые уроки игры на фортепиано и трубе не имели у мальчика особого успеха, а акустическая гитара, которую подарила мать, когда Ингви исполнилось 5 лет, висела нетронутая на стене. Так продолжалось до 18 сентября 1970 года, когда Ингви увидел по телевизору экстренный выпуск, посвященный смерти Джимми Хендрикса. Это событие глобально повлияло на дальнейшую судьбу парня. 7-летний Ингви с трепетом наблюдал, как гитара Хендрикса разговаривала с аудиторией, а в конце выступления была разбита и принесена в жертву огню. В день, когда умер Джимми Хендрикс, родился гитарист Ингви Мальмстин. Сначала это юное дарование упражнялось на старенькой гитаре Moss Wright, затем на дешевом Stratocaster, одновременно погружаясь в музыку таких групп, как Deep Purple и Jimi Hendrix Experience. Его восхищение виртуозной игрой Ричи Блэкмора, в технике которого проявлялись классические веяния, не без помощи сестры привело Ингви к их первоисточнику – произведениям Баха, Вивальди, Бетховена и Моцарта. Мальчик как губка впитывал в себя классические структуры композиторов прошлого. Постепенно, с годами, у Ингви начал приобретать форму его уникальный стиль. Он продолжал играть по много часов в день, часто засыпая с гитарой в руках. Связь между формальными структурами классической музыки и ярким исполнением Хендрикса была налажена произведениями другого виртуоза 19-го столетия – Никола Паганини. Наблюдая по телевизору за выступлением русского скрипача Гидеона Кремера, исполнявшего 24-й каприз Паганини, Ингви наконец понял, как соединить любовь к классической музыке со своими навыками игры на гитаре и сценической харизмой. А в 10 лет Ингви берет девичью фамилию матери – Мальмстин, и после направляет всю свою энергию в музыку. Это обстоятельство негативно отражается на его успехах в учебе. Когда подростку исполнилось 15, стало абсолютно понятно, что школа – это не место для мальчика, и он навсегда покинул ее. Затем Ингви на какое-то время устроился работать в гитарную мастерскую, как мастер по ремонту лютни, используя все свои навыки в области деревообработки. Примерно в тот же период он начал играть со многими группами, основная концепция которых формировалась вокруг его взрывного стиля. Длинными инструментальными исследованиями ребята испытывали слух и терпение шведской публики, в те времена больше тяготеющей к поп-гимнам Абба. В наши дни Ингви вспоминает: «До того, как я уехал, Швеция была мертвой страной для всех музыкантов, кто не играл поп-музыку. Не было абсолютно никакой поддержки, ни нормальных концертов, ни инфраструктуры, направленной на выращивание собственных талантов. Ничего. Это теперь, в наши дни, Швеция является чуть ли не самой тяжелой в музыкальном плане страной. Раньше все было по-другому». В 18 Мальмстина призвали в армию. На основании проведенных тестов из юноши должен был получиться будущий офицер. У парня оказался большой коэффициент умственного развития. Поскольку Ингви не очень хотелось тратить свое драгоценное время на пребывание в рядах вооруженных сил, он притворялся сумасшедшим как мог. В результате убежденные уверениями Мальмстина военные отослали его в освояси. Вернувшись, Ингви всерьез занялся музыкой. В раннем воплощении Rising Force, это Мальмстин и несколько его друзей, была сделана демозапись 3 композиций для шведской телекомпании CBS. К сожалению, эти опусы так никогда и не были выпущены. Расстроенный Ингви понял, что должен уехать из родной Швеции. Он начал рассылку своих демозаписей в некоторые рекорд-компании, а также стал налаживать связи с разными людьми за границей.
Одна из таких записей попала в руки к сотруднику журнала Guitar Player и основателю продюсерской компании Shrapnel Music Майку Верни. Затем Ингви был приглашен в Лос-Анджелес, чтобы присоединиться к группе Stiller, которая уже канула в лету. Дебютный альбом группы, лидером которой являлся Рон Килл, был выдержан в традиционном хэви-метал стиле, запоминавшийся слушателям во многом благодаря теперь легендарному безаккомпанементному соло Мальмстина, вступлению к песне «Hot on your heels». Несмотря на великолепный подбор музыкантов, группа записала один студийный альбом и вскоре распалась. И Ингви Мальмстин вместе с Грэмом Боннетом, бывшим вокалистом Rainbow, создал Alcatraz. Несмотря на то, что в составе Alcatraz Ингви был не только гитаристом, но и автором ряда композиций, все равно его возможности в группе были ограничены, и после выпуска двух альбомов в составе команды он принял решение начать сольную карьеру. Таким образом, Ингви организовал группу Ингви Мальмстинс Rising Force, а в Alcatraz его место занял другой замечательный и ныне небезызвестный гитарист Стив Вай. Одновременно с этими событиями Мальмстин получает приглашение начать сольную карьеру от фирмы Polydor Records, благо его популярность после работы в Alcatraz уже можно было брать в расчет. Мальмстин записал альбом Rising Force, для работы над которым были привлечены барабанщик Jethro Tull Barrymore Barlow, вокалист Джефф Скотт Сото и клавишник Йенс Йоханссон. На альбоме были представлены как новые синглы, так и композиции с ранних демозаписей. Rising Force практически мгновенно становится библией неоклассики. Он занимает 60-е место в хит-параде журнала Billboard и получает Грэмми за лучший инструментальный рок-альбом. Сам же Ингви становится открытием года в ряде изданий, а затем и гитаристом года после провозглашения Rising Force альбомом года. В 1985 году появляется новый альбом Marching Out, и в ноябре этого же года Ингви отправляется в американское турне. Рок-пресса называет его гитарным гением, и в течение двух последующих лет он был лучшим гитаристом в мире по опросу журнала Guitar Player. Новых высот в своем творчестве Ингви достиг в 1986 году с альбомом Trilogy. Можно с полной уверенностью утверждать, что именно эта работа предопределила всю дальнейшую творческую направленность Мальмстина. К тому времени в группе уже пел другой солист Марк Боулс из Ted Nugent. Альбом Trilogy получил очень широкое признание. Гитарная техника Мальмстина теперь активно разбавлялась коммерческими хард-роковыми композициями, что вполне устраивало широкий круг его публики. Альбом достиг 40-й позиции в Billboard США. Также он является одной из его самых любимых работ как в лирическом, так и в музыкальном плане. А критики и фанаты отмечают на редкость качественные тексты, которые являются прекрасным дополнением к ураганным рифам Ингви. 22 июня 1987 года в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что автомобиль Jaguar, за рулем которого сидел музыкант, потерпел аварию. В результате нее Ингви пролежал в коме почти неделю, а когда пришел в себя, то узнал, что из-за травмы головы образовался тромб, который давит на нерв, идущий к правой руке. 18 месяцев он не мог играть, и почти полтора года усилий потребовалось, чтобы вернуться в мир музыки. Затем он узнает, что на родине в Швеции умерла от рака его мать. Удары судьбы завершились на сообщении о таинственном исчезновении менеджера-гитариста, пропавшего вместе с деньгами группы. Единственным его спасением стала музыка, и он вернулся с новым альбомом «Odyssey». Ингви потом скажет, что не считает его удачным, но именно этот альбом так полюбился его фэнам. Альбом мгновенно приобретает золотой статус в США, а видео к песне «Heaven Tonight» не сходит с экранов телевизоров. А с новым фронтменом Джолин Тернером из Rainbow, последовавший за альбомом «Odyssey Tour», позволил Ингви расширить свою аудиторию. В феврале 1989 года Rising Force побывали в Советском Союзе, дав несколько аншлаговых концертов в Москве и Ленинграде. После финального выступления тура было выпущено видео «Live in Leningrad – Trail by Fire», ставшая в итоге золотым. Ну а после участники группы разошлись своими путями. Название группы Rising Force было на время позабыто. Начиная новый виток своей карьеры, Ингви переезжает в Майами, где формирует новую команду уже под собственным именем, полностью состоящую из его земляков-шведов. Вокалистом в ней становится Горан Эдман, чей разносторонний тенор легко подходит ко всем аранжировкам Ингви.
Остальные позиции занимают не очень популярные за пределами Швеции, но очень талантливые музыканты. Басист симфонического оркестра Сванте Хендрисон, клавишник Мэтс Лаусон и барабанщик Майкл Вонг Норин. Первым творением нового коллектива стал альбом «Eclipse», который показал, что Ингви способен записывать радиоформатные композиции, при этом не жертвуя своим классическим стилем. Слабый промоушен, сделанный компанией Polygram, вялые продажи в Штатах, но достижения золота и платины в Японии и Европе подтвердили решение Мальмстина оставить Rising Force позади и разорвать отношения с текущим издателем. Дебютный альбом Ингви на лейбле Electra под названием Fire and Ice был сделан в лучших традициях неоклассического рока. Эта работа пронизана эмоциями и в то же время сочетает в себе классические структуры композиторов эпохи Возрождения. Более 100 тысяч экземпляров Fire and Ice было продано в первый день продажи в Японии, а в Европе и Азии альбом достиг золота и платины. В июне 1992-го Ингви вернулся в Майами, чтобы отдохнуть и приступить к написанию новых композиций. Но работа над будущим альбомом была приостановлена из-за очередного ряда печальных обстоятельств, которые, в общем-то, к музыке имели косвенное отношение. Это ураган Эндрю над Майами и смерть от сердечного приступа Найджела Томаса. Также повреждение Ингви правой руки и исключение его из списка подопечных Electra Records. После всех неурядиц и передряг в конце 1993-го Мальмстин заключает контракт с японским лейблом Pony Canyon и приступает к записи альбома с вокалистом Майклом Вискера, барабанщиком Майком Терана и клавишником Мэтсом Алаунсоном. Сам записывает партии бас-гитары, а позже к группе примыкает Барри Спаркс из Лос-Анджелеса в качестве концертного басиста. 3 февраля 1994-го команда начинает репетиции перед тем, как отправиться в мировой тур в поддержку нового альбома под названием The Seven Sign, который вышел в Японии 18 февраля того же года. Его агрессивное звучание сразу же навевает воспоминания об одной из первых, а точнее второй работ Ингви – Marching Out. Альбом быстро достиг первого места в международных чартах и стал платиновым в Японии. В сентябре-октябре 1994-го Pony Canyon издают два миньона Power and Glory с гимном, придуманным Ингви специально для японского чемпионата по рестлингу Такада, и I Can't Wait, две ранее не издававшиеся композиции и несколько живых записей с концерта на токийском стадионе Будакан. Также был выпущен видеофильм с записью концерта на стадионе Будакан, права на который достались CMC. Турне продолжалось почти год и победно закончилось в ноябре 1994 года. Декабрь того же 1994-го ознаменовался началом стройки собственной студии Ингви в Майами. Также началась работа над следующим альбомом Magnum Opus. После музыканты отправились с гастролями в Англию и Европу. Когда уже примерно половина концертов была отработана, вокалист Майкл Вискера заболел бронхитом и был вынужден выпасть из графика на 5 выступлений. Во время его отсутствия в роли певца выступал сам Ингви. Начиная с января 1996-го, Ингви уже использует свою студию. Он приглашает старых друзей-музыкантов для работы над новым проектом. В их число входят Джо Лин Тернер, Джефф Скотт Сото, Дэвид Розенталь, Марсель Якоб и Марк Боулс. Дело в том, что Мальмстин давно хотел записать песни, на которых он вырос и которые оказали на него влияние в творческом плане. Это творение Deep Purple, Rainbow, Kansas, Scorpions, Rush и других кумиров юношества Ингви. С помощью старых приятелей, братьев Йоханссонов, записавших барабаны и партии клавишных, альбом Inspiration начал приобретать форму. В середине апреля работа была сведена, обложку оформил японский художник Асари Еда. К тому времени практически все музыканты, игравшие на Magnum Opus, разошлись по разным проектам, и Мальмстин собрал новую мощную концертную команду. Она состояла из Мэтта Олаусона, басиста Барри Дунэвэя, выступавшего с Ингви еще в Ленинграде, вокалиста Марка Боулза, отметившегося на трилогии, и экстраординарного драмера Томми Элдриджа, ранее игравшего с Оззи Осборном и Уайтснейк.
В очередной раз было проведено крупномасштабное мировое турне. Публика очень тепло принимала рок-каверы в исполнении Мальмстина. Удовлетворенный Ингви обещал более частую интенсивность таких явлений в будущем. Inspiration Tour закончился в декабре 1996-го, и музыкант вернулся в студию для работы над давно ожидаемым альбомом для электрогитары и оркестра, который появился на свет в 1998 году и был записан при помощи Чешского филармонического оркестра. И далее, в режиме нон-стопа, не давая себе ни минуты отдыха, Ингви возвращается в Майами, где наводит последние штрихи на новостудийный альбом «Facing the Animal». За ударной установкой ему помогает сам легендарный Кози Пауэлл. Наполненный страстью и темной задумчивой атмосферой, «Facing the Animal» был высоко оценен критиками. Большинство поклонников признало этот альбом одним из сильнейших в дискографии музыканта. На вопрос, как Ингви подходит к сочинению и аранжировке своих творений, он отвечает так. «Могу сказать, что отдельные компоненты композицию не делают. Я всегда пишу, исходя из понимания о целостности песни. Это абсолютно точно. Да это и так понятно, потому что все вокальные партии написаны мною. Вся лирика, клавишные пассажи, партии барабанщика тоже. Каждая мелочь моя. Я понимаю, что мои слова звучат, возможно, немного хвастливо и странно, но это сущая правда. Таким образом, я думаю обо всем, что касается моей музыки, комплексно, интегрально, так скажем». 6 марта 1998 года в семье Мальмстинов произошло пополнение. Своего первого ребенка новоиспеченные родители назвали Антонио Ингви Иоганн Мальмстин. Он родился в Майами. Ингви и его жена Эйприл практически не имели времени, чтобы привыкнуть к роли родителей из-за напряженного концертного графика, который составлялся задолго до начала выступлений. Поэтому малыш Антонио получил свой первый паспорт в трехнедельном возрасте. К счастью для Ингви и Эйприл, их сын оказался прирожденным путешественником, как и его отец. Ребенок был счастлив, находясь в турах, перемещаясь на самолетах, поездах, автобусах и такси. Однако в час празднования рождения сына внезапно Ингви был вынужден справиться и с трагической потерей. Буквально перед самым началом «Facing the Animal Tour» на своем автомобиле в Англии разбился Кози Пауэлл. Выбитый из колеи, но готовый продолжать начатое дело, Ингви приглашает Джонаса Остмана в качестве концертного барабанщика и отправляется в Японию, Южную Америку, Европу и Великобританию с новыми концертами. В начале 1999-го маэстро начал работать над следующим студийным альбомом «Alchemy». Эта работа оправдала ожидания большинства фэнов. Ингви вернулся к хэви-металлическим корням. Вот что сам Мальмстин говорит об этом альбоме. «Я хотел сделать такой альбом, на котором бы моя игра была настолько экстремальна, насколько это возможно, абсолютно не думая о его коммерческом значении. Я написал все песни, используя темы, которые интересны в первую очередь мне, например, о Леонардо да Винчи». Музыкант пояснял, «Я выбрал это название, потому что алхимия – это смесь науки и магии, науки – процесса записи и магии музыки». Для такого возвращения к звучанию Rising Force Ингви снова выбрал вокалиста трилогии Марка Боулза, который со своим оперным вокалом идеально подходил к концепции Alchemy. Альбом вышел в сентябре 1999 года. В новом тысячелетии Ингви также активно продолжил идти протаренной тропой, пополняя свою дискографию новыми студийными и концертными работами. Например, такие студийники, как «Атак», вышедший в 2002-м, который, кстати, был неплохо спродюсирован и звучал ближе к хэви, чем к аор, или «Spellbound», который был записан десятилетием позже, все они по-прежнему были выполнены в неоклассическом стиле, неоднократно повторяя все клише и стандарты, которые Мальмстин использовал в предыдущих своих работах. Крайний альбом под названием World of Fire вышел в 2016 году, и на нем музыкант, не мудрствуя лукаво, возвращается к истокам своего творчества и упаковывает новые песни в старые идеи и аранжировки, смешивая их со своими скоростными соло и динамичными рифами. Хотелось бы сказать, что стиль изъезжен и маэстро снова повторяется, но в этом нет ничего плохого. Скорее это говорит о преданности своему жанру и огромной любви музыканта к тому, что он делает. А это все-таки многого стоит. Огромный творческий потенциал и по сей день движет Мальмстином. Он продолжает путешествовать с концертами, давать интервью и, как в старые добрые времена, записывать видеоуроки для поклонников его стиля игры, по-прежнему находясь в отличной технической форме. На вопрос, есть ли какие-то сочиненные им сверхсложные соло, которые трудно играть даже такому мастеру, как он, Ингви отвечает.
Нет, не думаю. Наверное, все-таки нет таких соло. Правда, когда мне неудобно играть какое-то закрученное соло или что-то мешает, то я просто импровизирую сходу, то есть играю от фонаря.